А, девочка, которая пукнула, да, это сейчас вот она должна уже появиться. Вот, господа, последняя замечательная песня. Ох, я волнуюсь, не знаю, как и девочка, наверное, в этот момент. Она в этот момент не волновалась, волновалась она начала позже. После. Следующая песня называется «Про девочку». Может, у кого-то, у девочек были такие мечты, да, когда девочка, ну, как-то вот, она вот пухнула в классе, она не ожидала, когда так произошло, да. Ой, не могу, волнуюсь, не могу. Снимаю уже, пиздец. Баллада, понимаешь, да? Пукнула в классе средь гробовой тишины. Нету позора ужасней, нету серьезной вины. Дети жестоко смеялись, дура учитель молчал. Круто судьба поменялась, призрак веселья умчал. Стало на сердце капанчиво, давно мальчик, с которым дружила, смылся в других кино. Будь я волшебником добрым, время верну бы назад. Я объясню бы подробно, чем плотный завтрак чрева. Заставишь лететь дома горшки и тарелки, вечером будут звенеть. Только один не смеялся, взрослый мальчишка в углу. Запах терпения казался слаще конфеты ему. Нету безумно влюбленный, сколько при всех не перди. Этот момент неудобный, даже не погас и в груди. Плакать не надо, родная, верь мне, любовь победит. Мальчик надежды не зная, сердце лекарство хранит. Девочка пукнула в классе средь гробовой тишины. Нету позора ужасней, нету серьезней вин. Спасибо, как это так. И того 4 песни потеряли девственности. С вами был Константин Бир. Добрый вечер в клубе Лихоборный.